Гуляем. Наш яшек. Привет, Яш. Ты хочешь поздороваться, Яш? Да, Яш. Тоже накушался. Полежать захотелось. Тебе может подушку дать? Тут был очень сильный ветер, вот крупные деревья он поломал. Будь здоров. Лежит и кушает. Ой, застеснялся аж. Наш шмеляка, вот, любимец наш. Которая наглая, которая постоянно хочется есть. И только ей надо, а другим не надо. Готова в каждую тарелку залезть и у каждого съесть. Такая хитрая у нас. Не только в свою тарелку залезть, и по другим полазит. Тут так тихо, хорошо тут. Тоже когда устала. С ними тут уже гуляем на протяжении 2 часов. Ну не все устали козы, только некоторые. А некоторые как будто и не ели. Все едят и кушают. Ха-ха-ха.
Брат не скучает. Около камня спиливает сорняк, чтоб не мешал тому. Яшка проголодался, походу. Я же скажу, что он теж. Как доволен сегодня травой? Прогулкой доволен вы? Тоже бока накушал. Молодец, старался мальчик. Нет, это нельзя пробовать. Оно не вкусное. И мне тоже надо тереться. Ешь. Вот второй козел наш. Богатырь. Коричневый. Он. Они еще хотят кушать. А ты еще один козел. Да, грязный который. Где-то испачкался. Все чистые, он один грязный. Жор, Жор. Здесь некогда отдыхать, тут постоянно бегать или еще что-то. Они еще хотят кушать. Он там стоит, двор, он там защищает.